Весь цвет российского авиамодельного спорта собрал тюменский этап Кубка страны в дисциплине «Воздушный бой». Все как обычно. Техника ломалась, но люди держались. Психологическое состояние, оно даже выходит на более высший уровень, чем потому что так, техника у всех одинаковая. Вот это. Плюс много боев сейчас решается на земле, и работа механика стала очень важна. Лучший результат среди тюменцев, 6-й, показал Максим Попов. Соперники очень сильные, члены сборной команды России, заслуженные мастера спорта. Мы их побеждаем, но нынче они стали сильнее. Нет таких объективных причин, что у нас так что-то подвело. Победителем стал Павел Жуковский из Новосибирска. Зато тюменцы доминировали у юношей. Золото у Александра Колмакова. 2-е место занял Богдан Бабий. 3-е – Илья Попов.